Ветер поднялся. Смотри, как задувает. А тебе чего не спится, доченька? Не знаю. Мама, я сон видела. Когда женщина оседлает коня, а жаворонок на ветку сядет, наступит конец света. Не приведи, Аллах, чтобы этот сон стал твоей судьбой. Поедешь со мной, Артыгуль. Что случилось? Брось все. Садись. Скажи, что случилось. Не приставай ко мне. О, Аллах. Куда ты меня везешь? Потом узнаешь. Ой, ой, чует мое сердце недоброе. Прокляни меня. Но ее пожалей. Садись. Одна дочь у тебя одна. Отстань, старая. Ой, что ты задумал, отец? Куда ты ее везешь? Смотри, тебя это ждет. Иди назад! Отец! Назад, говорят тебе! Стой там! Руки вверх. Эй, парень, подожди. Не двигаться. Поднимите руки. Там кашме. Там кашме. Они хотели ее убить. Знаю. Хоть вы белые, а мы красные, но все мы люди, ведь так? Что молчите? Хотел дочь живой в землю закопать, и сына в помощники взял. А ты?
Боишься от своего соседа отстать. Неужели вам не стыдно? Мы будем вас судить. Увидите их. Не с места! Стрелять буду! Негодяй! Свяжите руки! А вы скорее идите домой. Ваши матери ждут вас. Азат! Да? Ты их проводи и догоняй нас. Обязательно. До свидания, девушки. Пошли. А ты как попала сюда? Меня отец привез насильно. Решил проучить за то, что я помогла Марал. Дома мне нельзя больше оставаться. Хорошо, что ты приехал, Азат. Чуть не забыла. Возьми. Приходи вечером к нашему винограднику. Приду. Шесть лет прошло, как сыграли свадьбу. Когда же этот голодранец Азат Кала им заплатит? Нечем ему платить, а я все равно из дома уйду. Отец что скажет? Да разве можно так? А почему нельзя? Ты что, и вправду уходишь? Конечно. Какой стыд! Марал сбежал от жениха, сбежал от самого Дурдыхана. Да будь он хоть султаном. Ты только подумай, мама. Ему 63 года, а ей 16. Она правильно сделала. Бессовестная. И ты не лучше подруги. За тебя уплачено пол Колыма. Постыдись хоть людей. Позор-то какой. Позор не это, а то, что сегодня происходило на кладбище. Артыгуль. Да? Что так поздно? Не пугайся, это я, Берды. Меня послал Азат. Азат? А почему он сам не пришел? Банда Дурдыхана напала на райком. Схватили Мурада, Гильды и Василия. Их должны посадить в поезд и увезти. Грозились, что всех расстреляют. Наши пытаются их отбить. Не ходи туда! Пригнись! Идем к нам. Азат так велел. Мама, дай ключ от свободной комнаты. Проходи, доченька. Проходи, не стесняйся. Ну, перестань. Ко мне нельзя. Твой отец в банде Дурдыхана. Как бы ни нагрянули к нам ночью. Поживем тут немного, а потом поедешь в Ашхабад. В дом Дыхканки.
Такой музыкой русские покойников провожают. На лицах этих женщин веселье что-то не видно. Бросили мужей, детей, родителей оставили. Куда только вы идете, бесстыжие. Аллах накажет. За это на том свете гореть им вместе с кафырами в огне. Проходите, садитесь, да вы не стесняйтесь. Подруги, вас пришли встретить председатель ЦИКа товарищ Айтаков и председатель совнаркома товарищ Атабаев. Дорогие сестры, сегодня открытие дома Дехканки. Каким он будет, мы еще и сами не знаем. Но одно мы знаем твердо, что для вас он должен стать домом радости. Здесь вы разогнете спины, откроете свое лицо, утрете слезы и многому научитесь. Узнаете, что несет народу новая власть. Ваши учителя Заида, Кекил, Екатерина Ивановна помогут вам. Потом вы вернетесь в свои аулы и расскажете подругам, сестрам, матерям обо всем, что здесь узнали. Но из слов плова не сваришь. Я не задерживаю вас больше. Так что заходите. Двери открыты. Устраивайтесь. Заходите, девушки, заходите. Умойтесь с дороги. Отдохните. Скоро будет обед. Тебе пора. До свидания. До свидания. Чуп.
Счастливого пути, ребята. До свидания. До свидания, Сашко. До свидания. До скорой встречи. Ну, поезжайте. Чур. 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 Пересядь на моего коня. Нахамаджан. Угощайтесь, Малага. Благодарю. Начинайте, начинайте. Приехали. Это, наверное, большевичка. Будут в нашем ауле советскую власть устанавливать. А слон лах не дал красоты, а женщине... ума. Если женщина у власти, прока не будет. Для начала заведем граммофон. Заходите. Не бойтесь. Ну что ж вы, заходите. Ди-д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 и
Салам алейкум. Ва алейкум. Пожалуйте. Проходите, муллага. Садитесь. А почему глазки красные? Они что, болят у тебя? Да. Идем, я закапаю лекарства. Садись. Как тебя зовут? Джаббар. И давно болят? Давно. Капали молоко ослиное, а лучше не стало. Садитесь, ребята. Смотрите, сколько лекарств. На всех хватит. Тебе капали молоко, а я... Ложись, не бойся. Закапаю лекарства, и глазки перестанут болеть. Девочка, подойди ко мне. Садись. Как тебя зовут? Айбиби. А, Айбилек. Айбиби. Айбиби, руку обожгла. Сейчас я помажу, и заживет ранка. И у меня есть рана. Тетя, перевяжи мне. Но он все придумал. Сиди. Я? Придумал? Да? Это что? Это что? Дай посмотрю. Подвинься немного. Сейчас полечу. Все. Саша, ты посмотри на них. Аширчик, иди сюда. Джеппар, дурды, скорей! Дурды, давай миску. Ребята, отойдите немного. Вот так. Встаньте чуть подальше. Тише, не шумите. Тише. Всем будет видно. Внимание. Не дивись, Ахмед. Теперь так. На дядю Сашу. Ребята, смотрите только на меня. Ну давай. А ты куда давай смотришь? Так. Ребята, на меня. Все смотрят на меня. Так. Так, немного отойди еще. Смотрите. Ну, давай. Так. Так. Все смотрят на дядю Сашу. Ну, давай. Встань сюда, Арслан. Ну. Ha 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 ha
А теперь здесь перекрой, Джебар. Ага, вот так. Артыгуль. Что у тебя стряслось? Устаквич повез какую-то женщину к себе. Мне кажется, повез знахарку. Кто-нибудь заболел? Говорят, Ашир. И к нам он вчера не приходил. Так что ж ты молчал? Не думал я, что так получится. Женсовет идет. Запри дверь. Всю ночь бредил, просил. Тетя Артык, завяжи мне живот белой тряпочкой. Тебя как зовут, девочка? Ты русская? Нет, я же с тобой по-туркменски разговариваю. А ты со мной по-туркменски разговариваешь? Да. А где твоя мама? У Ашира. У Ашира? Ага. Ушла, наконец. Откройте живот. Ой, пустите меня! Пустите! Перестань, чего кричишь? Да ты не бойся. Крепче держите. Сейчас отнесите его на место и укройте как следует. Уходи, уходи, болезнь эта Шира, уходи скорее. Затеряйся в скалах, потони в реках, о, Аллах, исцели его. Вот и заснул твой мальчик. Аллах поможет, все будет хорошо. Откройте дверь! Теперь-то уж можно. Другого дела у тебя нет? Что ты с ним сделала? Тише, безбожница, ребенка разбудишь. Отойди, не прикасайся к моему сыну. А? Аллах, он же совсем холодный. Горе. Сыночек мой, сыночек мой. Thank you.
там? Это я, Бастан. Бастан, мать Ашира. Сейчас открою. Что у тебя? Артыгуль, сходи к моей соседке, помоги ей. С утра мучается, не может разродиться. Они только что послали за знахаркой. За той, помнишь, что к нам тогда приезжала? Хорошо. Идем. Куда это вы? А к Джамал плохо. Пошли. Отойдите. Подушку. Дыши. Дыши глубже. Вот тебе и голос. Все закончили? Горластый. Артыгуль. Да? Дай сыну имя. Ну что ты, сын твой. Ты его и назови. Нет, Артыгуль, он твой. Завтра будет большой той, назови его Тайчи. После стольких мучений пришло наконец счастье. Вот и назови его Мурадом. Бипа Мурадом назови. Зачем звали-то? И порога я не переступлю, раз здесь безбожница. Можешь поздравить Акджамал. У нее сын. А сейчас ведите ко мне своих матерей. Больных я полечу, а здоровые музыку послушаю. Ну, ведите. Кто быстрее? Kovmu kardeşlere selam. Спасибо, что пришли. Акджамал, садись. А ты чего стоишь? Как твое имя? Халыгозель. Садись сюда. А тебя как зовут? Бестыр. Бестыр, садись. Бери. Наливайте чай, пока горячий. Мы хотим, чтобы вы ткали для нас ковры. Все вы отличные мастерицы. За такие же ковры, что вы делаете для Мередбая, от народной власти получите в 5 раз больше. То, что заработаете, все ваше. Без всяких удержаний.
Только ставим вам одно условие. Работать 8 часов в день, не больше. Это новый закон нашей власти, советской власти. Я забыла сказать, детей можете приводить ко мне, и маленьких, и больших. Я за ними присмотрю. Решайте. Ну что же вы? Кто согласен, тот завтра получит 6 и немного денег в счет оплаты. Так как же? Месседжи. Я согласна. И дочку запиши. Запиши, Бастан, и меня. Кого еще? Если так, то и меня тоже. Можно я посоветуюсь дома и завтра скажу? Конечно, можно. Эссалам алейкум. Алейкум салам. С приездом тебя. Спасибо. Какие новости? Это тебе. От кого? Из УКОМа. Банду разбили. Дурдыхана будут судить. Видел Азада. Он передавал тебе привет и обещал скоро приехать. Здорово. Салам. Азад ранен. Лежит в больнице. Ничего не говори, Артыгуль. Незачем ее волновать. Развяжи там. Прекрасную шерсть привез. Этот мешок отнесешь Ак-Джимал. Который поменьше, без стир надо отдать. Вот этот мешок, Сашко. Материю ко мне несите. Ты не вставай, я подойду. Видишь, какой горластый. Тише, маленький. Разбудили тебя, Випа-Мурат. Ну, иди ко мне, ну. Опа. Он есть хочет. Сын, повысь цену на зерно. И долги собери. Никому ничего не давай. Понятно. Скандалист. Давай мне его. Успокойся, ты почему плачешь? Тихо, перестань. Тихо. Ну, ах ты мой маленький. Я уйду ненадолго, надо барана хорошо, принести. Хорошо. Ну-ну-ну. Хватит, хватит. Ты что делаешь, Арслан? Я тебя... Здесь где-нибудь привяжи. Куда ты, Ахмед? Иди сюда. Сядь рядом со мной. Проходите, Атага, садитесь. Дети, ну ешьте. Ешь. А ты что ходишь? Садись, бери ложку. Кому еще тебе налить? Смотри, не пролей. Осторожней. Поставь на кашпу. Садись, садись, сынок. Держи. Ну, ешьте, ребята. На здоровье. Нет, не так. Не получше. Давайте все пальцы сюда. Все-все. Чилим, очень, читир, гулум, гитир. Ну, давай дальше, поймал. Ой, вам так устынет. Еще раз, ребята. И продолжай. Пальцы где? Пальцы. Какие все похожие. Как вы тут? Отойдите-ка на вас, посмотрю. Ну и рубашки у вас. Ой, какие вы все красивые. Когда же тетя Артыгуль успела шить? Как складно шито. А нравится вам здесь? М? Ребятки. Тихо. Ой, вы уже пришли, проходите. Я сейчас.
Артык, хватит. Рабочий день давно кончился. Сейчас, сейчас. Один шов осталось прострочить. Кормить будете, работничка? А то мы обедать пришли. Как дела? Скоро заканчивать? Слышали, что Артык-Гуль в Ашхабад едет? Да, едет. Тогда у нас к тебе есть просьба. Ну? Слушаю. Салам, Саша. Салам алейкум, тетя Артык. Подберите буквы, как здесь, и Аллах в помощь. Ну, мы можем начинать. Начинать. Будем здесь стоять. А? Ой. Входи. Входи, я сейчас. Эй! Какой же ты джигит, Арслан! Не смог удержаться. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как вы тут, ребята, поживаете, а? Как дела, Сашко? Хорошо. Молодцы. Садитесь пить чай. Я новый закон привез. Наша власть решила провести земельно-водную реформу. Земля и вода Миритбая тоже будет поделена между дахканами. Ты должна поехать в Ашхабад. Надо зайти к председателю улсовета и с ним пойти к Миритбаю. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Как живете? Слава Аллаху. Салам алейкум. Алейкум салам. Миритага дома? Дома, заходите. Отец у себя. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Чай приготовь. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум. Проходите. Садитесь, как поживаешь, председатель. Мы пришли по делу, Миритага. Слушаю вас. В этой газете напечатан новый закон советской власти. По этому закону земля и вода баев должна быть разделена между дахканами. Мы пришли вам сказать, что вашу землю и воду тоже будем делить. Так что приходите завтра утром
и вы получите свою долю по количеству членов семьи. Ну что ж, благодарю. Тогда до свидания, Меритага. Даже чаю не выпьете? Нет, спасибо, мы торопимся. Ну, как знаете. Завтра утром соберите людей возле правления. Оттуда все вместе пойдем в поле. Кто дал тебе такое имя? Артегуль, лишний цветок. А мне тебя всегда не хватает. Хоть ты сейчас и рядом со мной, а все равно я тебе тоскую. Ты сказал, чтобы они прекратили работу? А как же? Но женщины говорят, что завтра не смогут ткать ковер. У них другая работа есть. Так что сегодня они хотели бы задержаться. Если они просят, можно разрешить. Thank you.
Ну что ж, большое дело сделали. Да. Теперь надо идти в другие аулы. Ой! Опять они. А Акджимал и Бостан. Ты лучше сама поговори с ними. Саш, лучше ты. Или давайте вместе пойдем туда, а? Надо их отругать как следует. Я тебя догоню. Чу! Чу! Сколько раз я говорила, что... Ну как? Ах, Саша. Очень красиво. У вас золотые руки. Спасибо. Узнали, что ты едешь в Ашхабад, вот и торопились. Мы все сегодня уезжаем. Пока мы не проверим это, никому ни слова, сынок. И видеть нас с тобой вместе не должны. Так будет лучше. Хоть теперь лег бы. Разве дадут отдохнуть? Атака! Стой. То, что я говорил, оказалось правдой. Своими глазами видел. На поле клевер растет. Седлай мне коня.
Ты куда это путь держишь, председатель? У тебя же дети есть. На кого их оставишь? О, как давно тебя не было, Арат! Проходи! Подходите, сюда. Подходите! Товар хороший, первого сорта. На любой вкус. Сейчас покажу. Ну, подходите, подходите, покупайте кому что приглянется. У вас тут сытно, в городе люди от голода пухнут. И все потому, что власть-то легко отобрать, а накормить людей труднее. Вот народ и бунтует, с оружием на красного царя идет. Все дороги отрезаны. Никого в город не пускают, никого из города не выпускают. Ну, думаю, раз, дела твои плохи. А как сказал, что иду к самому Мередбаю, так сразу все расступились. Если бы не он, остались бы вы все без товара. Так что идите, поклонитесь Баю в ножки, он вас не оставит, и детей накормит, и работу даст. А эту вашу активистку и женотдела, говорят, убили. Вместе с ее помощниками. Салам алейкум, баяга. Алейкум салам. Садись, рассказывай, Арас. Баяга, я все сделал, как договорились, и сказал, что нужно. Товар, что не продал, я у тебя покупаю. Вот эту вершину перевалим, и наше селение. Скорей бы уж, а то совсем устал хлопчик. Где муж? Дома. Дочка, с приездом тебя. Спасибо. Хоть в дом зайди. Прости, Артыгуль. Соберите народ. Можно быстрее.
Когда женщина оседлает коня, а жаворонок на ветку сядет, говорят, наступит конец света. Там. Пожалуйста, заходите. Свет пригаси. Боюсь, меня увидят. Сейчас. Заходите. Ну что же вы? Садитесь. Прости, дочка, я лучше здесь. Что у вас случилось? Сейчас все по порядку расскажу. Смотрю я, к нам Миритба идет. Такого еще не бывало. Приходит он и говорит, хватит жить вам в бедности. Мы все мусульмане, и было бы грешно не помогать. Рано ей еще замуж. Да и счастлива она не будет с байским сыном. Не надо плакать. Вы хорошо сделали, что ко мне пришли. Сегодня ребята уехали за семенами в район. А завтра с утра мы к вам придем. Вот. Прости, дочка, на тебя вся надежда. Идите, отдыхайте. Все будет хорошо. Yine hem uşak içinde bulmuş yitirsin yer, var tebibi marul yıl kıyımda tanır uğur.
Мама! Мама, тетя Артык пришла! Хочешь посмотреть маленького? Хороший? Угу. Что здесь стоишь? Проходи. Мы пришли за невестой. И воду, и землю ты отобрала у меня. А все это твоя власть дала тебе право. Но помешать свадьбе моего сына такого права нет ни у кого. Оно есть. У одного человека. У Досыгуль. Спросим ее. Если она согласна, никто не помешает вашей свадьбе. Ты хочешь быть женой Хамада? Только не бойся. Скажи. Пусть все слышат. Женщина оседлает коня, обязательно наступит. А жаворонок на ветку сядет, только наступит конец вашего света. Женотдел здесь? Да. Заходите. Артыгуль! Я очень рада. Входите. Поиграй. Салам алейк. Алейк салам. Да поможет тебе Аллах. Спасибо. Мир дому твоему. Спасибо. Аллах поможет. Алейк салам. Спасибо. Садитесь. Саша, поставь чай. Что ты, что ты? Пить чай с заваренной мужчиной – это грех. О, Аллах. Я жена Меридбая Гульгерек. Рядом со мной Карагыз, жена Мулы. А эти две, Хаджар и Набат, жены наших батраков. Та Сахра, вторая жена Хамада. Мы пришли за невестой. За Досыгуль пришли? Да. Она в Ашхабаде, в доме Дыхканки.
Берды ее увез. И ты, бедняжка, пришла за невестой? Да. Ну, а вы? Вам за это бай заплатил? Или пообещал что-нибудь? Почему ты так думаешь? Мы сами пришли. Отдай невесту, и разговору конец. Я знаю, что вас заставили. Нет, мы по своей воле. Что ты говоришь? Да пойми, нам позор этот глаза колет. С каких пор у вас с баями общая радость и общий позор? Уж поверьте мне, подруги, сколько бы вы ни старались для бая, все равно хорошими не будете. Она придет сейчас домой, наестся жирного плова и ляжет отдыхать на мягкие перины. А вы со своими детьми будете сидеть голодными на драной кошме и ждать от нее подачек. Так было и будет всегда, пока вы не поймете, что за Досыгуль надо не приходить, а за ней надо идти. Быть свободной, как Досыгуль, каждая женщина мечтает, только боится в этом признаться. И вы мечтаете, думаете об этом и днем, и ночью, и даже видите сны. Но теперь у нас новая власть. И все изменится. Это советская власть. Слышите? Шумят дараки. Эти ковровщицы уже поняли, что они свободны. Они поняли, что такое новая жизнь. Хоть Агульгерек жена бая, но и ей не сладко живется. И она клянет свою женскую долю. Что за радость, если ты не единственная жена? И пришла она сюда, и вас привела. По приказу мужа. Я вот что вам скажу. Наберитесь смелости, вступайте в артель. Будете самостоятельны, а если захотите, можете учиться. А новая власть разрешает ненавидеть? Конечно. Ненавидишь? Ох ты, сучья дочь! Я тебе покажу, как ненавидеть. Ты сейчас увидишь, что значит ненавидеть. Смейте подходить! Пусть ее птицы склюют! Стой! Брось саблю! Брось, тебе говорят! Не подходи, я-то зарублю! Ну! Брось саблю, гад! А ну, пошел! Пошел!
Нет, нет, так ты не уйдешь. А ну, все сорвы! И выродка твоего убью, а то станет предателем, как его отец. Или шлюхой. Шлюхой, как ты! Возьми веревку. Привяжи. Корбе привяжи. Быстрей. Постой, постой. Лучше к колесу. А ноги? А вы чего здесь причитаете? Замолчите, безбожницы! Смотрите, смотрите обе, и вас это ожидает!